были репродукторы такие, знаете. Вот поэтому было как раз объявлено. Ну и все загрустили. Буквально на второй день состоялся указ Президиума Верховного Совета. И 15 возрастов сразу в один день. Это рождение 1905 года до 1918 года. Все животноводы, механизаторы, все, кто были призваны. И, конечно, сразу со слезами на глазах мы провожали всех. Июнь 41-го года. 15-летний Константин Федотов закончил 7-й класс. Впереди долгожданные каникулы. Но отдохнуть юноше не пришлось. Началась война. Мужчины ушли на фронт, а женщины и дети остались дома, чтобы работать в колхозе, верить и ждать. Мы и на жнейке, и пахали. Вот темна, значит, пахали на 2 лошади. Значит, плуг, 1 гектар 25 соток на каждый был. Это если пешком проходить вот это все, 1 гектар, это где-то километров 20 за день надо проходить. На воинскую службу Константин Сергеевич был призван в 17 лет, в 43-м году. Дорогами войны он прошагал 1800 километров. День Победы встретил в Германии. Но тогда, в июне 41-го, никто не верил, что ужас, который начался рано утром, 22 июня, продлится долгих 4 года. 1418 дней и ночей. Сегодня день памяти и скорби. Сегодня в 4 часа утра во всех городах чтят и помнят героев Великой Отечественной войны. Помнят их память, помнят их подвиги. И у нас есть уникальная возможность пообщаться с живыми легендами, участниками той страшной войны. В траурный день участники митинга почтили память тех, чьи жизни забрала война. И, конечно, многие вспомнили своих героев. Я вспоминаю как раз-таки всех участников войны, которые воевали в тот период, отдали свои жизни. И которые не отдали свои жизни, и вот как раз-таки ветераны, которые сегодня пришли и которые не смогли прийти. Ну, в частности, я вспоминаю своего прадедушку Медянова Федора Петровича. Правда, о нем информации у меня не так много, но я знаю, что он в 43-м году пошел на фронт, и, к сожалению, в том же 43-м году он погиб. Отец Али Павловны, Павел Георгиевич Елизаров, погиб в первые дни войны в Кишиневе. Его именные часы, найденные случайно спустя много лет после войны, она всегда носит с собой. Теплотрассу прокладывали в Кишиневе, и через 26 лет двоих военнослужащих нашли. Отец мой, он военный был, офицер, и неизвестный второй был. Потом нас отыскали, и вот прислали нам часы. Возложение цветов – финальная часть траурного митинга, посвященного Дню памяти и скорби. Вспоминая о войне, одинцовцы думали о мире, потому что те, кто забывает уроки истории, рискуют их повторить. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».